Нате, в Севастополе и его окрестностях. И мы с вами действительно увидим и центр города, и горные бухты, центральную бухту, южную бухту, артиллерийскую бухту. Покатаемся по самой необычной бухте Севастополя, не имеющей аналогов по своей форме в мире, по бухте Балаклавской, которая не видна с суши, не видна с трассы, да, и не видна с моря, в чем вы убедитесь, когда выйдете на морскую экскурсию в Балаклаве. Можно отыскать средневековой церкви. Ну, а нам с вами сейчас открывается в левой окошечке спинка горы Кошки, вон ниже чуть пушка выглядывает в профиль кошечка. Здесь изображена скалой гора Кошка, имеет древнее название Кошка-Я, дозорная гора, и люди издревно селились на этой высоте, чтобы видеть подступы к своему поселению. Здесь также повсеместно, вот и на нижней, и на верхней Кошке остатки достаточно мощных оборонительных стен, вот основания, фундаменты каких-то древних построек, и на нижней, и на верхней горе Кошки, а трасса, да, делит на нижнюю и верхнюю гору Кошку. А на верхней горе вообще считается, что здесь было самое крупное. Когда строили трассу Ялта-Севастополь, пожалели разрушить гору столь причудливых очертаний. Проложили сквозь нее тоннель длиной 156 метров. А мы проскочили дракончика. И сейчас слева внизу здесь находится древнее поселение Мшатка, где фундамент Римской крепости и храма Георгия Победоносца обнаружили при закладке имения, обнаружили уже в конце 18 века, при закладке имения, которое назвали впоследствии Варина. Здесь владела землями княжна италийская графиня Суворова-Рымникская Варвара Аркадьевна Башмакова, внучка великого генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Именно Суворов выбрал уютные бухты Гераклейского полуострова. Вчера дала нам природа вдохнуть глоток свежего воздуха, отдохнуть. Это местные, я перед этим год радовались вчера этому дождику, этому ветерку. Вот, и отсутствие этого солнца, да, которое круглый год нас тут печет, варит и жарит. И вплоть до наших дней. То есть музей интереснейший. Мало того, что там интереснейшая частная коллекция представлена, там и оружие, и письма, все, что скуплено было на аукционах всего мира частными владельцами этого музея. И мы с вами обязательно, да, в этом музее побываем. То есть очень интересно рассказывают нам историю Севастополя от начала и до конца. А потом мы сядем на катер рейсовый. Он стоит 20 часов. Теоретически мы с вами можем доплыть до берегов Турции дня за три. С кратковременным сном на воде, как считают профессиональные пловцы. Но пока еще никто не совершил такое сложное путешествие. Хотя были попытки. И справа над нами возвышается гора Святого Ильи, куда ведет древняя римская дорога. В левой окошечке открывается грандиозная панорама мыса Айя, Святого мыса Крыма, который вдается в море почти на 2 километра, на 560 метров поднимаются скалы над уровнем моря, на 30 уходят на глубину окончания мыса, а побережье мыса Айя называется урочище Батилиман, что для вас считается самой прекрасной приморской долиной Крыма. Вот мы ее проезжаем, можете ее оценивать, любоваться. И, конечно, достойна она внимания. А мыс Айя вы вечером увидите из Балаклавы. Это будет фантастическое зрелище. Вы выйдете в открытое море для купания, да, в открытом море, и увидите, вот над вами будет возвышаться этот мыс. А сейчас справа мне очень нравится вид. Справа очень близко подходят здесь скалы и горы Ильясной Святой Софии. В левое окошечко смотрим. А сейчас мы повернем направо и пересечем по мостику речку Черную, главную речку Севастополя. И справа речка Черная, а слева Черное море. Здесь Черная речка впадает в Черное море. Справа речка Черная, слева Черное море. Проезжать мы здесь уже больше не будем. Смотрим. Да, видишь, какая. Чуть-чуть.
И был четвертый принцип Мафа. По преданию, его сослали сюда, в Инкерманские каменоломни, на каторгу. А каменоломни здесь были неизвестно сейчас каких времен. Сюда сослали на каторгу, и по велению злого гонителя христианства римского императора Трояна, четвертый римский папа Климент был сослан сюда в каменоломни. И он трудился в тяжелейших условиях. Белый этот камень, это страшная пыль, это духота. Здесь обычно адское пекло, жарище невозможное. Это сейчас вам хорошо. Очень хорошо, что так. И он молился о том, чтобы пришла вода. И зацепили русло подземной речки, пришла вода. Многие уверовали, тогда стали принимать христианство. Вот. И весть об этом дошла до римского императора Трояна, который велел умертвить Климента. Его утопили, съехали в виде креста на шее в бухте Казачьей. Это очень далеко. Вообще обнаружили и принесли сюда, где он жил, работал и молился. Вот здесь внутри вот этой галереи есть пещера, где он молился. И сегодня это действующий храм. Есть еще там третья пещерная церковь Святого Мартина. Это тоже римский папа, которого сослали сюда в каменоломни на каторгу. Вот на камне, чтобы на стену. Нет, не лазить ни в коем случае не разрешаю. Нет, не обороны выйти. Разваливается. Вот это все. Это дорога у меня там проложена, забрали. Стену. Три сезона. Я поняла. Спасибо. Спасибо и вам. Была разрушена и надземная, и подземная пострадала. Здесь держала оборону Великую Отечественную войну. 25-я Чапаевская дивизия. Та самая, которая в гражданскую войну командовал Василий Иванович Чапаев. Вот была в составе своянка пулеметчица Нина Анилова, одесситка, герой Советского Союза. Вот они погибли здесь. Как раз в этих пещерах. Здесь трехэтажный пещерный комплекс. Сейчас встретил меня сотрудник этого заповедника и вот у первой башни. И категорически запретил спускаться. Мы хотели. Ну, опасно, сложно. Средний этаж.
памятник где-то был бы Гатини, когда Кораблёв. Это все Приморский бульвар, где мы будем гулять с вами. А я вода над Приморским бульваром, зеленый холм городской. Вот от памятника, вот от наверх. Наверх смотрим от корабля. Это купол второго, да, Севастополя, Владимирского собора. Давайте, пожалуйста, ничего не трогайте, там не нажимайте. Вот, и кто со мной, да, приехал в 12.30, напоминаю, Катя. Сейчас 11.20, начнется экскурсия. В 12.20 она закончится. У вас 10 минут вот так дойти до катера, выйти в ворота и спуститься в море. Не опоздайте, 12.30. Знаешь, часть приходила кораблями, а осенью черные воды начинали бушевать. И несколько их кораблей разбились о скалу Балаклава, именно с теплой одеждой. Когда война закончилась, и англичане, в принципе, подсчитали свои потери, они ахнули. 65% потерь британской армии в Крыму не на поле боя, не от пуль, не от штыков, от простудных, но, похоже, еще и инфекционных заболеваний. Нужно было лучше готовиться. Непонятно, перестройка, что будет, я не знаю. Ну, а мы сейчас подойдем к театру Луначарского. Пошли, дядя. Thank you.
Мама! А вот смотри, большой корабль. Мама, тебя можно нажимать? Да, нажимать. А, ну, нажимай вот. Мы все довольны. Все улыбнулись. Еще раз. Последний, что довольны. Добычей, промороженной сняка, щебень, плюс для переплавки железа и бутовый камень. За этой горой три больших карьера, которые тянутся с Балаклавы до Севастополя. Ребят, вы были в заводе для ремонта подводных лодок? Нет. Не были? Зачем Балаклава не значилась на аэрографических картах и была закрытым городом? Строился завод для ремонта подводных лодок с 1956 по 61 года под руководством Хрущева. Строил его Харьковский и Московский метрострой. Сейчас вы видите вход в завод для ремонта подводных лодок. Длина туннеля 627 метров, ширина 7,5 метра, высота 12 метров, длина на входе 14 метров. Подводная лодка, мини-дизельная субмарина, в надводном состоянии, в ночное время суток, когда в Балаклаве имелся комендантский час. Вода скрылась до буксиров. Внутри этой горы было помещение, сухой док, где вода полностью сливалась. Лодка проходила техосмотр, получала боекомплект и выходила с другой стороны этой горы в открытом море. Гора называется Таврос, высота ее 37, Балаклавскую лодку заходит по левой стороне. Доходит до конца лодки.
Бывайте, блядь, с какашками военные корабли, выходят по этой стране прямо тут. Почему местные называют не ушати? По факту должна была быть жара уже 50 раз. Здесь Юля, уже жара 50 градусов, босиком на этой железобетоне наступит. Здесь все равно потратит, но в этом случае я просто красное мясо. Еще в этом случае я купаюсь, как это не было, вот это власть, это место для ушати. Вы не слышали, что вчера был рад, как мне придается? Это просто вот. На носу сводка, вот.